По-моему, должно быть уже меньше, на самом Он деле. не на 11, он на Ну, на 9 9. там, да, на 9. 33%. 33. Надо уйти чуть пониже, надо уйти чуть-чуть пониже. Там руды на 12 часах резнулись и бегут в центр. 32, кентавр. Можно сказать. Пожалуйста, кот, там включен микрофон. Я тебя сейчас нахуй забаню. Господи, ну что за блядь? Спасибо. Блядь, ну что за залупа, блядь, серьезно? У тебя голоса, все нормально. Нет, это Ханза, я понял. Да, я здесь. Сколько процентов кентавра? 30. Хозяин, ты здесь? Хозяин. Хозяин. Да, здесь. Что там, не уснул еще? Не, не могу подойти к нему. На тебе метка? Походу опять, да. Ну, перезаходи быстрее, чтобы ее сбить. У них руды вырвались. Я готов лететь сейчас, в принципе. Давай, 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 сейчас это делаем. Заходим. Все просто заходим в руду, точнее, в водичников. Заходим. Просто зайдите в них. Просто зайдите, дайте контроль и разносите. Все, давайте, да, давайте. Босс 26. Так, ловите, ловите всех красных. Ловите всех красных. Они зачем вам бегут? Бегут на 12 часов. Где давайте, убивайте. Не все полумертвые. По кругу побежали. Да, да. Он нормально отводит его. Убивайте, убивайте красных. Вы посмотрите, какие они недобитые, блядь. Просто пиздец. Дайте босс жнецы стену. Чего? Босс на центр идет. Босс идет на центр, его отведли. Меня тут 20 рудов одновременно бьет. Это вообще смешно. 74%, красиво. Все. На тебя одного. Рога, на тебя. Давай, да, я вижу, чтобы достать. Дайте мне хил что-нибудь, блядь. О, Чеф. Чеф, для вас красный кентавр? Есть для кого красный кентавр? Похуй, уводи его, уводи. Да, кентавр был прогрузчик. Джекерсон спросил, мне кажется, я рядом больше стало, а потом сказал, что у тебя конвульсии начались. В смысле? Типа, из-за того, что нас больше стало, то, что у тебя крики с конвульсиями начались. А, нет, я еще даже не начал кричать. Так. Еще ж на 4 утра. Да, и пошла всего лишь вторая мороженка пошла. Что, который сейчас, вы чё? Когда будет четвертая мороженка, там будет конвульсия. Или четвертая бутылка вискаря. Нет, я что-то литр выпил, ты что, издеваешься? Ром, надо записать видео, отправить китайцам, как используют пиратку. Опять начали, что за бред? Сейчас, сейчас проверим. Есть ли кого красный кентавр? Нет. Уводи, Чеф, уводи. А, нет, подожди, пишут, что есть, есть красный. Подожди один момент. Красный, красный на втором составе. Да, красный, не надо, не уводи, Чеф, не это, не выйди его. Вот здесь просто держи, бьем кентавра. Сука, план, тебе не могу... А видишь, ты пока рудами занят. Не могу понять, почему я не могу резнуть, оказывается, я живой. Красиво. 5 часов пиратки. Так, они сейчас вырезают рудов, потом отхиливаются в центре и идут на нас.
Так, еще Хозяин, раз. Не бегай. Нормально, все, все нормально. Так, еще раз. Что там, как там? Короче, они Рудов убивают сейчас. Центр смещается, они сейчас регруппуются именно с Рудов. Голых в центре добьем. Хозяин, ну подведи его где-то стоял. Пошлите рывок в центр сделаем. Сейчас. Ребята, давайте надо сделать, хотя, блядь, рывок в центр надо сделать, а там у айдишников они уже идут на нас. Уже идут на нас, выходит 4 часов. 4 часа выходит. Нет, они обходят. Они обходят вас с 6. Ханзел, прими 6 часов. Там с 6 часов к нам идут. 6, 5, 2 проходят. Нет, 6 часов. А, ну, блядь, да, вот там уже вышло на 6 часов достаточно много. Уводи кентавра. Кентавра уводи, кто там? На ком сейчас кентавр? Куда уводить? На 12 часов. На грид-базу тащи его. Зарубля, даже, знаешь, не на 3, где-нибудь на 2. На 2 часика, види. Начинается, блядь, игра. Все, 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 дальше не види, дальше не види. Куда? Куда он там убежал? А, вижу. Да куда ты его дальше-то ведешь? Прям под спаун подвел. Так, у меня больше нет возможности сидеть. Почему? Шарок, я пошел. Ну, потому что мне завтра на работу еще. В смысле? А кто нам будет рассказывать, как Джекерсон горит? Ну, блин, сорян. Все, давайте, всем удачи. Хорошо вам пофаниться еще. Давай. Джекерсон его купил. Этот безумный кентавр когда-нибудь остановится? Чеф, ты когда-нибудь остановишь кентавра? Нормально, нас садишки пока не догоняют, они на 2 часах. Отличный план. Мы кента тоже не догоняем. Мы сейчас им спину так зайдем, давай в атаку. Этого они точно не ждут. Точно. Надо бежать и бить, типа. Короче, давайте заведем кента им сзади, и они просто сломаются. Ребят, может, зарашим их вместе с кентавром, типа? Думаешь, он на нашей стороне? Ну да, типа. Как Руды. Они очканут. Продам гараж. Давайте это. Куплю гараж. О, бля, Руды пришли. Руды пришли с центрального спауна. Руды с центрального спауна пришли. Айдишки еще бегут. Так, уводи кентавра. Айдишки с другой стороны, айдишки хозяин, с центра. Хозяин, сейчас уводим. Мы уводим кентавра. Уводи его. Хозяин. Блин. Хорош уже хуйню врубай. Всех нахуй меня. Что это было? Карусели. Бля. Руда. Руда, блядь. Кентавр, блядь, уже. Красиво. Это шедевр был. Ну хоть много. Там, короче, ничего не интересного, что есть у меня. Пиздец, еще один вышел. Что за говно? А, Рек, а мы его в одну смену фармить будем несколько. Джек говорит, что, короче, до 5 утра будет тактика такая, что за 15% оба будут босса доводить и вейдить его. Нет, мне просто интересно. Мы будем меняться там 8 сейчас, утра? Подожди, нет, не будем. Что там было за это? 15% и так далее. Да, он говорит, что он планирует следующий раз до 15% довести это вейдить. Джекерсон? Mm-hmm. Зачем? Команда какой-то. Надо играть. Друзья, для тех, кто сидит ночью и играет, знаете, мы до сих пор сражаемся на пиратке. И если среди вас есть те, кому так же весело, как нам, можете присоединиться, потому что атмосферка тут, конечно, отличнейшая. Как бы такое. Ребят, пойдемте монетки, фракцию пофармим, что ли. Сотня. На ком босс? Буквально только красный, что точнее. Отрезался кентавр еще, ну точнее, отэвэдился, и у него снова 100%. Ребят, а вы еще ничего не пропустили, считайте. Вообще ничего не пропустили.
Зеленый, ты просто беги. Где босс? Куда босс в дереве? Алло, алло. Попей. К верхнему леску. Рек. Выйдите, выйдите. Рек, закинь мне патик хилу. Что за дела? А, ну ты просто... Ладно, сейчас дальше закинул. Хорошо, красьте босса все. Ну, тут интересная инфа поступила. Джек говорит, чтобы все бежали на самую дальнюю точку на 9 часах на пэтах. Зачем, блядь? Не знаю, зачем типа он после всех вид, хочет далеко на 9 часов. Ой, сейчас узнаю. У кого босс есть красный? Да, есть. Да, да, босс наш красный, все ок, Руду, да, Руду въезжает. Кайтану уже 2-300 киллов. Что-то он мало как-то набил, всего 600. Он слакает. Это айдишки слакают, мне кажется. Часов, сука, часов. Часов, знаешь, вот это, увидел часов, часов сразу, блядь, понял, из какой гильдии. Часов. Противолежат. Ну да, кстати, тут больше противолежат. Мне нравится, блядь, лакан вечно уже лежащий. На 12 часов подойдите все. Быстрее выносите этот вот помойку, он говорит, давайте быстрее, на 12 часов подходите. Они ушли на... Ханзел, они ушли на десятку. Да надо, но эти, всех, все одишки ушли на самый край карты на 9 часов. Топ-тактики там заехали. Они ушли на край карты, 9 часов. На край карты. В конец, на самый дальний телепорт. Да дядя, не кипишу ты, сейчас мы влетим на нормальный движ, все будет, подружания будут, все дела будут, все будет пушка, отвези. В этот раз я завидел, кто это сделал. Местага, друг мой, если ты еще раз включишь, мы тебя нахуй забаним, и ты уебывай. Ок, спасибо. А где кентавра? На час. Так, скажи мне, уже. Еще раз, где ты? На 2 часа, хорошо, понял, идем. На 2 часа пошли быстрее. Час. Снаружи круга. Ну час, неважно, блядь, похуй. 89%. Бейте, нам... Ханза, со мной готовься. Айдишки влетят в самый последний момент, просто чтобы его заявить, и все. Тут он какие-то айдишки есть. Разведка. Может, переведем? Мы разве этим и не занимаемся? Прям сейчас перейдем. На 18 часов. Ну, вдруг? Где метки с рыцарей? С рыцарей кидайте метки. Дискорд, ты в тесте, Вадишек? Дискорд. Дискорд. Понятно. Что с чем случилось? Забыл галочку сменить и говорит, да, Рек, я тебя слышу, Вадишка. Чего? А, серьезно? Ты серьезно? Да не, я угораю. Блять. Че там такое?
Рек, сколько ты народу? Че, я не знаю. У меня человек 30. Ну давайте просто не будем бить кентавры, и пусть одишки там стоят, дальше слакаются. Ну давайте его дождемся, пока следующая неделя не начнется. А, ну да, пусть его двоюет, мы кентавры ебашим, нам похуй. Если что, если и будет вылетать сильно, чеф, сразу его и выйди нахуй. Метку. О. Легу все ПВЕ билд, включим резко и убьем его. Залетает. Ну пока не выйдет. Пока нас критически мало не станет. Но это руды залетели. Руды залетели с 2 часов. Он увел босса на 12. И, блядь, за километр уже. Ну, привычка уже. Они на горе, он руды стоят. На, уходим. Они сыпятся. Смысл уходить. Куча боссочек стоит на самом крайнем левом. Босс на 9 часах. А зачем? Понимаете, да, шадишки оттуда ТП. Ну, 10, ну может это полдесятого. Короче, они сейчас стоят и перекупаются полностью. Там все райда сформируют, людей собирают. У них 127 человек. Чего? Еще раз. У них 127 человек, и они где-то перекупаются очень сильно. Айдишки на самом крайнем левом стоят, куча. Не вижу пока откуда. Окей. Айдишки регруппуются на самом левом этом. У них 127 человек. Это не точно. Про побольше и нас. Может опять на 3 часа пора переводить уже? Слушай, да, пошли. Тем более там айдишки, они слева от нас. Они у нас раньше въедут, они... Они опять по кругу ходят здесь же. Они тпшатся будут. Пошли. Куда мы не отводили? Пух, пошли. Чеф, пошли обратно на 2 часа. Там руды. Там руды? Много? Да. Ну, все, что были. Так, сейчас будет врыв, они заявили. Они сейчас опять двух сторон идут на вторую точку. Слушай, нас сейчас с двух сторон снова могут зарыть, надо уходить. Сейчас. Адишники подошли к порталу, сейчас будут тпшиться. За в центре руды. Руды в центре, говорят. Они ну пусть они там стоят, а остаемся на 9 тогда. Остаемся на 9. Руды уже тут так разобрались. Руды на 9 часов подошли. Это сложно в любом случае. Телепортируются. И бегут на песок на 9 часов. Чеф, уводи. Мы уводим кентавра. Ты куда его повел-то? Руды с 12. Ой, с 12 побежали. Кукушники 12 часов на бегут. На 6, уводите босса. Уводи на 6 часов, слышишь? Чеф! Я вижу. Я не знаю, почему Чеф на 12 часов его повел. Чевик, ты чего? Чевик. Нас всех разъебали. Зайди ты к нему в канал, хорош уже отсюда ему четко. Так, Чеф тут. Где? Чеф уснул и... Давайте на 12... Нет, давайте на косе, на косе регрупп делаем. Чего вообще нет нигде? Он сидит в 13.9. А чё, он засейвил? На 3 часа все, на 3 часа все бежим, кентавра засейвили. Полечите.
Бейте кентавра. Пец. Уклоняйтесь от босса. Дискорд, что там говорит Джекасон? Дискорд? Микрофон. Ну, ID сейчас на 6 часах, я их вижу здесь. Ты их видишь, а тебе другой вопрос задал? Нет, это не я ответил. Сейчас. Они подрались с рудами, идут в центр круга и через центр на 3 часа пойдут. Слушай, там ID-шники сейчас с центра пойдут на 3 часа. Надо уводить снова кентавра. Чеф. Говорят, реквием фул контроль. Да, уводите. На 12 часов пусть уводят. Уже входит у нас. Нахуй меня-то контролить, блядь. Чем, блядь? На что вы делаете, нахуй? Отлично, переводите. Прячем нашу малышку, бля, прячем. Говорят, с двух сторон будут принимать. Куда мы бежим, тоже там айдишки должны быть. Говорят, что мы развернем. Слушай, там Чеф, аккуратно, там на 12 часах будет еще тебя встречать, готовься. Тут на трех, где куда привел, никого нет. Да, понял. Он там охуевает, как мы быстро вводим кентавра. Ну не пин, вот за нами. Уводите его дальше, там за нами бегут. Обратно нужно. Обратно все. Хорошо. Так, мы обратно ведем через верх также. Через верх, да, лучше. Хорошо, Чеф, понял. Всем удачи, я все тоже слилась. Засыпаю на ходу. Да, мне Чеф уже сказал. Хилы свободны. Если что, хиляйте Чефа, потому что его ассистит. Руды с центра въезжают. Куда? На 12 часов. Рейд наш. Нормально. Переходим дальше. Наплевать, кто умер, идет 6 часов на 3 часа. Убивайте тех, кто сами бежит. Ну, за нами, они за нами бегут, блядь, спин. Здесь руды на 3 часа. Руды аккуратно. Чеф, живи. Блять. Сучары. Так, блять, поймали. В центр, между, давай, между колоннами. С 12 часов быстро поднимайтесь и бежим помогать там. Закрывайте проход за собой. Да, вижу. Уводи кентавра. Ну, Чеви опять, босс. Кукуики, босс. Бля, босс на кукуики, это одишниковский. Босс, лакаешь? Ёпки. Кудишек этих оставляем. Че, босс на тебя? Босс на 3 часах. Так, босс на 3 часах, говорят. На 3 часах на айдишком танке. Там с 2 часов идут руды. С 2 часов идут руды, надо уйти. Отводит босса. Уходим все в центр, там будет босс отведет. На центр прыгаем в центр, надо красить босса. Нам тоже фиолетовый. 79%.
Он говорит, на 9 часов сейчас выйдет будет. Почему? То есть и не их, что ли? Слушай, говорят, нет, ну, вроде он даже... говорит, что будет сейчас выйдет, он после Тхами выйдет. Говорят, сейчас еще снова будут и выйдет, типа, наверное, не их тоже. Хозяин, давай иди. Пиздец, половина третьего, ёпта мать. Отыграл. Может, нам тоже рейды пересобрать, а то что-то пиздец. Сколько у тебя коллег в рейде? У меня от 10 до 14 сейчас чекну. Сильно? Сильно. Нет, почти 15. Да, будем. Его там отвейдили? Да, он уже прибежал в центр. Ну все, вот, да, давайте. На 9 часов. На 9 давайте. Часов уходит. На 12 часов регрупнемся. Тут такое дело, что у меня состав люди у тебя в рейдах там везде. Ну да, есть такое. Хочешь всех твоих ко мне можно в рейд запихнуть? Да, что-нибудь такое надо сделать. Просто всех собрать, чтобы мы более-менее по карте ориентировались и бегали. А, Линка, нити, пожалуйста, я хотя присунул. Бы кто-нибудь. У меня даже 3 друида есть. Три друида это топ. Бля, мне б друидов. Что, мне, что тебе линкануть? Мне меньше, по-моему. Девушка просила что-то линкануть. Рейд вот линкануть? Чифтен, вот. Не линкуй рейд со вкашным ирелом, пожалуйста. Я плюсанул, кто хочет, у меня 20 мест. На базингу запрашивайтесь. И а кто еще секунду. Хочет, кто еще хочет, можете на меня запрашиваться. Лулуй, Кьюзер, Синя, что, давайте я на 12 часов кикаю. Подходите, все надо регрупиться. Никто не хочет, нихера ясно. Ебас, я их кикаю только из рейда. Они не хотят. Они спать уходят, когда я их кикаю. Ребят, все, кто были в рейде рука, если есть еще какие-то рейды, C-состава, появившиеся из ниоткуда, пожалуйста, заходим к Базинге или Реквиму. Бас, пойду к тебе, у тебя слакать можно. Нет. Я кикаю за это. Бились так, что, говорят, под танками 4 хилов сменили. Не знаю, не видел. Мне кажется, что мы регруппуемся еще снизу. Давайте регруппаться нормально. Есть красный для кого? Хорошо, я понял. Совершенно непонятливым людям. Там Базинга плюсанул в альянс. ПКМ по нему попроситься в группу. Да, на меня запросились, нормально все. Все, выходим в центр, выходим, пошлите, пошлите в центр, выходим. Нормально, тебе 2 хила, мне 1, значит? Можно под хил пресс. Ты что, танкуешь? Конечно. Я? Да нет, лако. Ну, естественно, он же рыцарь, ты чё? Чё ты доебался? Чуран. Я тут бухой в жопу, ещё лосиной пиратки, чё доебался? Давай, давай, похвастайся ещё. Пиписька. Так. Что, у тебя она есть? Давайте, выйдите, идем в центр. Надо центр занять. Да пиписта. В центре никого, ну, только наши, короче, врагов не видать. Нет. Ну нет, вообще составы, да. Все, что вот есть, сейчас подходит в центр, посмотри. Поверь, поверь. Там везде сейчас так. Просто везде, блин. Да, по красному. Фиолетовый. Нам красный. Для моего рейда красный. Ну и бейте. Ну и бейте. Тимецкий, где лазер? Да, да, да. Давайте на 3 часа отводим. На 3 часа. Все уходим на 3 часа. Руды с 6 часов много. Надо быстрее уводим. Быстрее уводим, потому что там уже скоро руды будут заходить. На 3 часа. Ha ha ha.
А ЕДшки стоят в левом углу. По карте в самом. Отлично. Так, ЕДшники на левом углу регруппятся, поэтому давайте. 91%. Давайте фул залив делаем на кентавра. Все уйдите на 3 часа. Все на 3 часа уйдите, заливаем кентавра. Так, вы развернитесь, развернитесь. Ульты, ульты дайте на 3 часа. Ульты на 3 часа. Они дали стены. Ульты 3 часа. Заливаем. Где 3 часа? На руке, глянь. Есть часы есть. 3 часа именно из круга они пытаются выйти. Залейте их. Ты шутишь, что ли? Тут 5 рудов осталось. Вот, ну их не 5, блядь. Даже, блядь, 2. 6. Мне в центре рейда больно. Хозяин, ты куда там улетел? Далеко так? У них, походу, уже был? Это... Инстинкт уводить каждый раз, как видит красное куда-то. Давайте заливаем 87%. Хозяин, ты что, уклоняешься от атак босса? Давайте. Знаете что, у нас мало сундуков, на всех хватит. Ну почти. Да еще и на ID-шек круто. Да. Типа мотивация. Нагрёк я без лава где-то видел. Только и овнит. Кого? Поняла. Так. Чё? Джекерсон сказал, до 50% они бездействуют. Отлично. Давай, давай 51 оставим, будем стоять. Посмотрим, надолго хватит, не? Рек, как там наверху, норм? Вообще отлично. Где? Тоже хочу. Вовсе к реку. Ну тогда кентавры заведем, они не ожидают такой хуйни. А потом скинем на них. И он их раздавит. Понял. А на скольки процентах они там и выйдут? Руды в центре на нас идут, руды идут. Так, руды на нас выходят 3 часа. Руды 3 часа вышли на нас. Руды 3 часа вышли на нас, развернулись. Жнецы, дайте стены. Утоните у них просто. Дайте стены. Жнецы. Им типа одной ульты хватит. Да. Ну, может, две. Хозяин, ты побежал рудов, что ли, бить или что? Почему ты босс, короче? На 12 часов регруппается. Блин, побежал к ней. Бля, попись надо. Блин, ты чё, какого хера? 12 регруппается часть, а часть где-то с Реджика с нами стоят. У всех батл с боссом, а у Тукея батл в чате, нахуй. А меня не слышно? Уже это слышно. Может быть, посередине вот этого времени, которое они стоят АФКшат, часть рейда отправлять их перебивать, там было АФКшащих? Я тут рейд перебивать. А босса кто бить будет? Руды идут опять. Руды 3 часа снова выходят. Заходят. 12 часов пойдут. Айдишкам скажите, что могут выдвигаться 52%. Айдишкам же 12. С верхнего РС побегут. А уже бегут? Нормально. Чеф, бегут. Переводи через нижнюю. Айдишки бегут с 12 часов. Они уже зашли. Уводи через низ. Да, я и говорю, пусть переводит босса. Окей, идемте под кассу.
Нахуй тебе файты, блядь. Так, а где босс? Они в центр зашли. Босс на 6. Чеф с боссом бегает быстрее, чем мы. Там чеф увел уже на 6 часов. Джек на 3 часах. Да, давайте, давайте, хорошо, на 9 часов. Чевик, ты нас слышишь? Чевик. Чеф. Он разве не с хандалом сидит? А не знаю, я не всегда могу понять. На 7 часов все, начинаем бить. Там в отдельном канале они все сидят. Руды 6 часов. Хорошо. СЦ, встаньте все спиной к респу, который нижний центральный. К нижнему центральному спауну спиной встаньте, чтобы вы видели и круг лицом, и все остальное. На 11-12 часов пройдите все. То есть, ну, от кентавра, да, на 11-12 часов, как-то так вот. На 9 там, что за кентавра. Да, вижу, вижу. А, короче, все, кто на есть, дайте туда ульты и кентавра переводим дальше. Уводи, чеф. А, чевика больше нет, я понял. На чеве. Жив еще, чеф. А, все, вижу, вижу. Мы так, у нас ехали только айдишки. На хозяине, на скулэфе. Буду на 6 часа где-то, в центре. Блин, я че уснул? Не засыпай. Дебби, чё ты такой слабый? Чё за ливер? Какой пер... А! Я понял. Тут ещё руды сзади въехали. А я тебя понял. Где кентавр? На 11 часах в кругу почти. Я понял, на 11 часах, благодарю. Так, идём в 6 часов 10. И убиваем всех недобитков. 10 где-то, вышел из круга. Давайте, давайте, в спину бьем их. Кто со мной есть? Идем. Отагрили босса, в центр идет. Босс идет в центр, быстро в центр, быстро в центр, надо красить босса. Блин, давай, ладно, хорошо. Согласен. Давайте на нижнем центральном спауне регруппнемся полностью. Две минуты регруппнемся, ждем. И заодно еще можно отойти покурить там в туалет, как куда хотите. Поспать можно? Нет. Ты чё, что когда не взял квест на сундук, он пропал, охуенно.
Чё-то тихо. Все курить пошли. Я предлагаю ввести смены. Там первая смена отбегала на боссе, вторая смена зашла на босса. Там часов по 5 спать. И так до следующей недели. Стахановцы 3 смены, короче, отпахали. Интересно, если держать босса до следующей недели, 2 босса будет? Не очень, по-моему, идея. Заебись, потом 3. Я здесь. Ну, потом мы сможем их поделить как-то. Так, ну что, все регрупнули, все готовы? Не на 5 часах. Понятно, идем. Ром, ты предложение слышал? Нет, что такое? Ну, надо смены вести. Там первая смена отпахала на боссе, вторая смена зашла на босса. И так до следующих выходных, потом будет 2 босса. Ко мне в рейд запросился BDSM лорд. Это в пачку вот хозяина, повелителя туда. Мы зашли с 7 часов. Айдишки на 6. Я сегодня видел гильдию Нескафе, их сюда надо, чтобы спать не так хотелось. Поднимайтесь. Я конфетки себе принес. Боюсь, Нескафе не поможет, кофе должен быть настоящим. А у меня хороший Нескафе. Не помню. Спать лежать, поднимайся. Сломай. Нет, смальте. Сублимированный кофе не работает, у него нет кофеина. Эксперт подъехал. Сколько прошло босса? А чё, тут босс есть? 42%. Пошли, надо регруппаться. 42% у босса ХП. На косе надо регруппаться, слышишь, Ханзел? Ханзел. Хорошо. На косы подходите все. Блять, надо нормально всем собраться. Ну, вообще-то, как бы, когда я собрался, спросил, ты сказал, что вы уже файтитесь там на 3 часах. На 6. Короче, на косы подходите. Я в курсе. Я тебя не вижу, ты где? Окей. Идем на 6 часов. Где босс? С пяти заходим в круг. С 5 часов заходим в круг. Здесь как раз таки спина, дишек. С 5 часов заходим. Мы с 5 часов заходим к ним. Прямо в них заходим. Антиконтроль, дайте жнецы стены. Поднимайтесь, давайте. Роды в центре, получается, мы их забыть опроем. Я вижу. Поднимайтесь. Где кентавр? Я кентавра не вижу. Стоит на 6 часах. На 6 7.
Блять, надо проходить. Слушай, не вижу. Я вижу всех на земле. Так, может, надо идти не со стороны горы, а с другой? Мы с 5 часов заходим. Здесь как бы все на земле стоят. Я вижу там на горе. Да, есть. Вижу на горе. Так, с другой стороны просто заходим и все. Кентавр 17%. Да, мы прекрасно видим. Да, я вижу. Мы с 5 часов заходим все. Бля, закидывайте, давайте. Поднимайтесь, блядь. Сейчас, блядь, сейчас сундуки будут, это вообще пиздец будет. Просто пиздец будет. Да я прекрасно вижу. В них руды заехали. Говорят, в них руды заехали. С 9 часов руды зашли. Дэби, не пугай так. Давайте, давайте, продали там, пока они с рудами ебутся, можно, блин, понакидывать им. Даже, блядь, не вижу, понимаешь? Я даже, блядь, не вижу кентавра, просто его не вижу, сука. Даже, блядь, не вижу кентавра Ханзова, просто его чё-то не вижу. Чё-то они вообще кончаются все. Все нормально. Возьмите, блядь, васист. Да нет, не совсем. На песок выходит. А они на песок уходят, слышишь? С кентавром уходит на песок. Выходи, выходим тоже на песок. Так, там хозяин не нагрел? Хозяин, ты как там? Хозяин! Да-да. Как у тебя там дело? Ну, умираю. С нижнего центрального респа лучше бежать будет, ближе. Их там кент переезжает, короче, соло. Нормально, там руду с другой стороны их зажали, просто рофил. Где кентавр? В центр уходит. Надо на кентавра идти, надо срочно на кентавра. Где кентавр? Кентавр где? На 6 часах. Кентавр говорит на 6 часах. Блять, посмотрите, добейте руду. Да, на 6 часах, правильно. Заливайте, вот я увидел его, неужели 9%. Я его увидел? Я увидел. Заливайте, заливайте руду быстрее. Ой, руку руду, господи, айдишек. Они на горе там, завели кентавра на гору. Меня фокусят. Не могу снять. Хозяин на фокусе, он не может снять агру. Гоша, нет, тебя знают. У нас есть какой-нибудь женец? С центру выйди сейчас из рейда, выйди из рейда. Нажми на танка босса, который там стоит, и сними с него агру.
Так надо к ним в рейд зайти. Да, вижу. Нет, может быть в рейде. На рудовском танке? Бля, Рофин, сейчас они его отведут. Ну, Шади. Ну, дерьте, Харри. Заходите, заходите, заливайте. Мы стоим в центре, мы в центре. 7% там. Ну нет, они сейчас зашли еще и одищиком, они в круг зашли, но они идут в центр прям. Давайте, давайте, давайте. Где кентавр? 6 часов. На скале. Где он? Где там? Ой, кентавр. На 6 часов. На скале 6 часов. 3% кентавр. Да, фиг, хозяина, сейчас попробую согреть. Хозяина, найдите, хилейте его. Да, я уже кричу, чтобы хиляли его. Процента держите на хозяине, антиконтроль дайте. А чё, на тебе? Да, на нем один. А дайте, дайте, вот дайте антиконтроль на тебе, на тебе. Уводи, уводи, все уводит в сторону 3 часов. Ходи на кассире, садитесь на кассире, все будет сайтесь. Пиздец, там будет пиздец просто нахуй. Стопайте те, кто бежит за ним, блядь. Клетки, ставьте клетки, чтобы антиконтроль они не бежали. Антиконтроль дайте. Уводи, я уводи его нахуй. Да все, убили. Он на двух палочках сейчас. Шики, уводи. Шики, веди, 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 Шики, веди. Все, отвели. А ты отвоедился. Красиво, блядь, красиво. У него 20% все. Он регенит и уходит. 26. В центр надо красить. 32. 44. Красиво, блядь. Он айдишек. Красиво, блядь, красиво. Кентавр айдишек не наш. Угу. Они уже ненавидят хозяина. Хозяина нельзя ненавидеть, он ведь хозяин. Шаду сливайте, шаду сливайте. Готов. Пиздец, чувак мне в ЛС пишет, рекаем, что, блядь, за засос нахуй, заебали нас клешнями, блядь, пиздить. Джекерсон? Нет, другой. На 2 часа тоже. Контроль уже сгорят, наконец.
Блин, мы вчера столько в Тарипом не сидели, сколько тут будем сидеть сейчас. Ну, я уже в это время спал. Ну, вот ты вообще слабак. Я самый крутой алкоголик. Я 3 часа не пил, полчаса пил. Чё, ребят, снова. Давайте на 12 часов смещаемся, чтобы мы хоть как-то вместе где-то были. Чё-то пиздец, надо собираться. Там по боссу кто-нибудь знает? Ну, он на идти 95%. Хопа, не знаю. Блять, я его почти отлогал. Но у меня в пати нет хила. Говорят, боссы на песок на 4 часа уводят. Но босс это не 95%, точно. Ёб твою мать. Ща добьем. Ну, Кеншика пришла. Что, проснулась? Кеншик. Бля, если он в 5 утра исчезнет, я буду орать, сука. А он может? Не знаю. Мы не доводили до такого. Ну, сейчас было бы прикольно. Можете, правда, блядь, смену, блядь, вести. Так, нормально, хорошо. Давайте по часовой стрелке двигаться. Стены поставьте, жнецы, стены. Стены и бафы дайте. Танки тоже дайте бафы на дэмэдж. Через Ешку. Бля, больно, сука. Больно, блядь, больно, сука, умер. Поднимайтесь. Нормально, хорошо. Ну, слушай, ну, 12 часов бежит нормально. Я не знаю, блядь. Не знаю, я вижу людей. Так мы хотим, блядь, красиво делать или ебашить? Красиво ебашить. Видно. Я вижу впереди мертвых. Нам надо просто пройти до кентавра, их всех убить и, блядь, отвезти его. Как обычно. Кстати, есть шанс того, что в 5 утра он исчезнет. У меня уже 5 утра. Проходим вперед. Давайте стены поставьте, дайте бафы. Стены поставьте, дайте бафы. Там есть стяжки. Он в 5 утра исчезнет, а все игишки превратятся в тыкву. Джекерсона. В кольке. Ну, я вижу на 6 часах одишек. Не знаю, я вижу дохуя наших. Ханзел, не знаю, я вот прибежал, я вижу дохуя наших. Бля, было бы угарно, если бы мы сейчас поставили их иконку. Или они бы нашу поставили. На 6 часах очень много. Ох, блядь, кентавр, нахуй, что он тут делает, нахуй. Влажная киска, уводи его, беги, беги. Беги как никогда.
Рофл нахуй. Вернулись в центр. Возвращайтесь в центр все, нам надо его покрасить. Поднимайся, Рейд. Это заклинание такое? Алло, ПВП гильдия, проснитесь. Айдишек. Фиол. Почему их все равно больше, поэтому? Не говорят, что надо больше. У них просто значки крупнее, поэтому кажется. Хари шире. А ну покормите медведя. Зато у нас медведь с сигарой на аватаре. Где у него сигара? Чё-то несёшь. Во рту. Сигара это в большом значке официальном, а здесь нету. Ctrl-G нажми. Я дико извиняюсь, но может это команды какие-нибудь. Да, у базы. Ну, блядь, мне кажется, уже все игроки что не спят уже с нами. Блядь, слегка не хватает. У кукушек, говорят, всего 68 человек сейчас. Это не 68 человек, может быть, какого-то состава. Ну, я сейчас спросил, мне ответили 68 всего. Я, блядь, не 68 человек. Может, там уже замешан кто-то с ними. Лег, у нас сейчас народ просёшь, который спать ушёл. 127, чего? Он говорил. А подожди. Ну, это когда говорил? Чего, Гумор, что ты говорил? Выкосил, что они 127, когда он полный рекруп делал. Нет, я Гумор. Нет, я говорю, сейчас нас народ начнёт просыпаться, вторая смена. А, ну, блин, да. Дальний Восток. Подходим ближе к центру. С двух часов. Здесь как раз-таки этот кентавр стоит. Тут уже хаосы подходит. Бля, серьезно? Ну, сейчас еще шанусы пройдут до него источники. А. Нам нужен состав Red DV. Они будут нас заменять как раз сейчас. До ночных похождений? Нет, чтобы утром кентавра перед это сами это. Хорошо, заливаем тебя от центра. Так, они бегут 6 часов. Все, кто сейчас есть, 6 часов, посмотрите, 6 часов. 6 часов, посмотрите. Они бегут к вам на 3 часа. Убивайте тех, кто в вас бежит. 6 часов. Кстати, я один Рудов давно не видел, мне кажется. Они все уже кончились. Смотрели же, написали. Медики нахрен ему спать важнее, да? Босс от 91. А, я вижу. Они сделали. У босса 91%. Они сейчас все почти на 4 часах. 4-5 часов. Там по пол хп все со спауна бегут. С 12 часов бежим. С одной стороны зажимает Кен, с другой Макколо. Макколо маленькая гильдия. Бафы все обновились, ну, бафы кончились. Хозяин, уводи нафиг. Я вижу, это хуище наше. Не, ну, я вижу только наше хуище, блядь.
Да, ребят, кто еще не спит, давайте на кентавра потягивайтесь на 6 часах. На 6... Они двигаются на 9 часов против часовой стрелки. Олег, ты как сломанная рать. Ребят, не надо за кентом бегать. Его сейчас отведет хозяин, и он риснется. Да, это понятно. На 6 часах месимся дальше. Я просто говорю, что как бы они там... Готовьтесь заливать кентавра. Да, я понял. Хорошо, кентавр наш на рейде ханвла. Поднимайтесь, рейды, поднимайтесь, хватит лежать. С 9 айдишки. Айдишки 9 часов ханзл. Там сейчас будут с 9 из 5 заходить, с 12 и 5. Надо вывести, там с 12 из 5 часов сейчас будут заходить в нас. С 12 никого нет. Ну, блядь, такое, они тут регруппуются. Ханзл, где вы сейчас? Ну, блядь, окей, ебашим через центр. Я мне вообще похуем. Как бы где? Главное, чтобы ебашили. Чувак пишет. Да, да, вижу. На 6 часов все повернитесь, на 6 часов повернитесь все. Чувак пишет, я проснулся, сейчас умоюсь, 20 минут и буду. Не знаю, почему там 20 минут умываться. А, ну там еще делики, понятно. С 6 из 12 одишники бегут. Кто-то не скажет, почему эти пидоры меня фокусят постоянно? На 6 часов, на 6 часов, ребят. Подойдите ближе к 3 часам. От 3 часов играем. Сука. Они сейчас кентавра будут уводить. Переходите на внешнюю сторону на 2 часа. Это, несомненно, грустно. Да-да, да, я сказал же. На 2 часа тяпайте. Да хуя, блядь, там. На 2 часа, если что, вне круга. Рэк, я дико извиняюсь, меня опять на работу вызывают, так что я опять покидаю рейд, извиняюсь. Ну, все, ты уже его один раз покидал? Ну, так я же прокрыл. С одной смены на другую. Ну вот, я здесь сам стою на 2 часа рядом с Лаской. Человек успел поиграть. Или там из этого достаточно проблематично дойти. Да я так и делал. Вот умирают, добегают. Давайте на 2 часа подходите быстрее. Хорошо, что я с вечера. На 2 часа вне круга. Вы, блядь, добегите, потом пиздите, плес. У них два рейда. Один будет резаться на 12, другой на 5. Будут по КД с этих сторон бегать. Вот ублюдки. Как я и говорил, два рейда у них. Ханза, у них сейчас там один рейд будет реситься на нижнем правом респауне, а другой будет на верхнем. Они будут вот так вот бежать с двух сторон.
Мы можем пойти один рез позажать, заодно регруппиться, потом пойти. Ну, можем, в принципе, так же сделать. Не без этого. Хорошо. Мы тогда наверху будем резаться. Так, мы все резаемся наверху и бежим туда, в центр. А Рейд Ханзела будет с нижней бежать. Давайте, давайте, бежим. Ой, блядь. Хорошо, а мы в центре башимся. Где яичники? Я их не вижу. Да, я вижу. Подходите на 6 часов. Они развернулись нас. Отхиляйте, снимите, дайте стену и баф. Сука, убили. Они на нас развернулись. Поднимайтесь и ближе к 9 часам держитесь. Блять, тут дохуя, а наших нихуя. Вот я на 9 часов стою, со мной дискорд и центра. Артега, хватит лежать, поднимайся. Вот, вижу, тут уже 4 человека со мной на 9 часах есть. Может, у вас скоро станет больше? Нам бы людей бы накопить, тоже хорошее дело. Я раскопите. Вот заходим, заходим в них. Дайте стены, жнецы, дайте стены. Жнецы, дайте стены, заходим. Заходим. Да это потому, что около меня стоишь. Я уже в среди красных. Рядом со мной никого нет, блядь. Я просто внутри рейда красных. Меня еще успевают как-то хилять. Это магические хилы. Я прекрасно вижу, я прекрасно это вижу. Понимаешь, мы пытаемся зайти. Я уже успел постоять где-то 30 секунд в красных, умереть. А, там призом было. Неплохо. Это отлично. А мы вот с 9 часов все вот идем, блядь. Закидаем в них. Отхиляйте. Спасибо. Блять, папулечка, варлок, ну сколько можно, блять, лежать? Артега, Скулэв. Поднимайтесь, блять. Из центра на них идем. Давайте, подходите. Подходите на 6 часов. Все, все, Гош, хорошо, хорошо. Вот, да, держите, держите тебе хил, надеюсь, поможет.
Давайте, проходите в них на 6 часов, блядь. Дайте стены, алло, жнецы. Блядь, просто подошел, умер, блядь, подошел, умер, сука. Блядь, такой пиздец просто, подошел, умер, блядь, подошел, умер. Блин, они все... Они опять все на мне сидят. Просто, блядь, пиздец. Давайте, кастуйте. Алло. Дайте стены, алло. Хозяин, подержите, сейчас я согрею его. Блядь, знаешь, что там танк стоит у стены, и почему вы не можете его просто пару раз ударить? Он и так там еле живой. Не пускают, потому что они держат. Просто круг, надо взять антиконтроль и пройти в них. В них живется намного проще. В них самих живется в разы проще. Ну, как бы, насколько я понимаю, танк не упал. Взад им войдите. Со смазкой. Пытаемся пройти под антиконтролями, чтобы переагрить босса. Да они меня фокусят все сразу же. Перезайди в игру. То есть на мне только один хил. А ты в каком рейде? В каком рейде? У кого? У Ханзова. У Ханзова? Ханзо, скажи хилам, пусть они ассистят хозяина. Он не может пройти его там ассистит сразу. Нет, я тебе говорю, он... Я имел в виду, что пусть хилы похиляют хозяину. Потому что он проходит к боссу и его там фокусит. Давайте, давайте, давайте. Их на этой конченой колонне толпа стоит. Я вижу. Шайтан, масани туда, плиз. Его здесь нет. Бля. Сейчас еще чуть-чуть переагрю. Колонны, по-моему, почти зачистили. Держите, он почти переагрил. Слушай, я нашел охренительное место. На колонне у них за спиной норм тема. Говорят, однако. А? Танки, блядь, заходите, танки, заходите, заходите, давайте стяжки, блядь, дэмэдж. Старайтесь не умирать. Вот, блядь, ебать, они там начали падать. Они меня обратно затягивают. А ты убежал куда-то? Не, не могу убежать вообще. Ну, я они все на меня выпрыгивают. Ты босса переагрил? Я переагрил, да, но... Ну, меня получили. Да, мы заходим. Я думаю, блядь, заходим, мы прям в них стоим. Я сейчас релогнусь. Алло, вы видите, на 6 часов просто зайдите, блядь, в них, ну зайдите, вашу мать. Тут вообще почти не осталось. Алло. Не знаю, я вот стою в айдишках, я вижу айдишек. Не, ну их уже нет. Из центра они все умерли, Ханзел. Почти все. Да, они под... Да, да, заходят. Мы убили танка, на котором сидел кентавр. Я релогуюсь. Одежки бегут, как муравьи. Валите, валите, они полудохлые. Они все прибежали к вам полудохлые. Вы посмотрите, на 6 часах просто полудохлые. Отлично, отлично. Блять. По 4 утра, Каев. Нормально.
Че с боссом-то? Сколько хп у боссов? Кто-нибудь видит? Нормально, в башем их. Они около колонны, все почти собрались. Я вижу кучу лежащих уже АФКшных айдишек. Пожалуйста, на 6 часов подойдите, закидывайте. Дверь открою, котику. Мяу. Хороший опыт. Кек. Спасибо. И в пати попросилась Котарина. Это что-то значит? Совпадение? Нет, не думаю. Бля, плиз, зачистите как-нибудь эту колонну, они накидывают, как заебали уж. Блять, она из гильдии зубатки, я в бою не могу ее кикнуть. Заебал, пускай дешек бьет. Зубатки. Подожди, это друид, зачем его бегать? Нахуй не такие друиды из зубаток. Хоть какой-то друид. Какого на уровне 50-го? 70-го. Вау! И сколько у кентавра хп там? Как же варам клево умирать по КД. Кинул вихрь, умер, кинул вихрь, умер. Хазл, я отходил на полторы минуты, вернулся. Ну давайте, подходите. Танк у них опять упал, 40% у босса. Чего босс? У босса 40% и я опять им танка прикончил, все нормально. По рукам пошел. Да залейте вы сраную корону. Ой, корону, колонну. Уже запинаюсь. И ты в этой колонне знаешь, что бесит? Я туда прилетаю, никого нет. А потом, когда все отлагивает, меня уже убили. Я туда залетаю, набиваю льду, кидаю вихрь и вздыхаю. Охуенно. А, слышно, колонии все кончились. Ну да, только что. Теперь бы наши на колонну. Они заходят 6 часов, просто были рашат. Босс на 12 увели. Босс на 16, на 12 часах уже. Да, под спауном. Говорят, на панде босс. А так где босс? Я Джекерсона вижу, ребят. Доброе утро. Вам новая смена пришла. Да, привет. Ну, буду. Пиздец. Прикиньте, до обеда будем махаться. Надеюсь, он в 5 утра исчезнет. Бля. С чего он должен исчезнуть? Не знаю. Просто так? Это как мы думали, что он в полночь исчезнет? Не резайтесь, я говорю наверх, наверху резайтесь, вместе будем. Блин, почему нет таблицы по смертям? Я думаю, мы с Джекерсоном бы занимали лидирующие позиции. Локост всех вас уделает.
Ну чё так прямо? Я очень полезно, я вихрь даю и умираю. Пожалуйста, возьмите в фокус тех, кто не полными ХП. Их убивать проще, говорят. Это не точно. Да, ближе к 9 часам подойдите. Ближе к 9 часам. Ты невероятно прав. Хорошо. Резаемся на 6 часах теперь. Перейдите ближе к 9 часам. К 9 часам перейдите. Танков вроде вырезайте. Так, Дирти Харри, надо Дирти Харри убить. Говорит, если убить Джекерсона, плюс 100 к армии дает. Не дают, я проверял. Да. О, кстати, я его нашел опять. Только что умирал просто. Не, не дали, видишь. Я кстати, не спасибо. Блин, он такой фатный, пиздец. Он не игрок, он гильд-лидер. Ты путаешь трек. Это можно, пожалуйста, от хила Дискорд? Спасибо. Конечно. Вот, блядь, теперь я вижу, но, блядь, много нахуй. Ты в 10 отжал? Не совсем. На 6 часов продавливаем. Не вижу, блядь, я кентавра. Танков вроде вырезайте. Чтоб не сягали. О, Купитух. Купитух, ты куда? Амбрелла. Чё, Джекерсона нашел? Очень много идишек сзади собирается. Очень много. А, сзади? Ну, сзади наш. Это где-то на 12 на 6, нет, на 6 наоборот. Угу. Сзади от кента. Я понял. Никто далеко из центра не уходит, сейчас отойдет. Сейчас отойдет. Ближе всех к центру подойдите. Далеко не уходим. Да, я вижу, 6 часов одежки принимаем, да. На 6 часов повернули больники. Да, 6 часов ближе. Все на 6 часов подойдите. 6 часов. 6 часов. Здесь не вижу, блядь. Людей на 6 часах. Вижу, как вы там, блядь, умираете в центре. Зачем-то, сука. Идет босс. Босс идет. Чей? Не знаю. Сейчас посмотрю. Скулов написал наш. И сейчас уже скажу. Увели, зашибись. Да, наш, наш. И уже уводит. Попробуй, на мне ствол был. Давай. Только его уводят. Помните, где одичники были? Туда двигаемся все. Наверх встаньте, тоже некоторые. Да, меня свапают постоянно. Не тебя одного забей. Динасик пошел отводить там. Они уходят за круг. Давай, Дискорд, пока. Лучше бы прогулял. Больше пользы было бы.
Нет, проход дефит кик. Так, печенюшка, ты тут? Или меня? Мне кажется, эта игра полное говно с такими ПВП. Да весело ж. Блин, с такими лагающими ПВП это вообще, конечно, не камильфо нахуй. Да, понял. Сейчас да. Уже не лагает вроде как. Что, идем на место айдишек? Они по кругу заходят, по часовой. Давайте, давайте попробуем, что нам нет. Давайте уходим на место айдишек. А, блять, пришел, сука, умер, сука. Кайф. Да, кстати, в ТС осталось 83. Охуенно. Кого? Ну, в ТС людей осталось. Это вот. Полтора рейда. В их? В нашем. А. Не, у нас там еще 20 человек в другом месте, так что забей. Ну, 102 рейда, ну такое. Бас, у тебя сколько людей в рейде? Блять, постоянно меньше и меньше. Ну, у меня просто мертвый, блять, не стоит. 32. И то я не знаю. 31. Но я тебе по убасам рейд, и тут... Боссы, говорят, отводят, да? Да. Рэк, тебя стрим просит запустить. Сейчас пришли. Да, вот, босс на центр вот, бежит. Вот тейбл. Плюс они там. Выйди из рейда, плюс они. Босс сколько процентов? 100% сейчас на центр бежит. Идишки 6 часов волна идут. Ребят, это, готовность прожмите. Где кнопка готовности? Это, да, слушай, проверь. Ты можешь легко определить, кто в как, кто нет. Да, забей. Такой влетаешь в толпу, и тут такая проверка готовности влетает в тебя уже. Так, сейчас еще раз прожмите. Мутейбл, ты здесь? Ага. Из рейда выйди и напиши плюсы в вален... Ага, вижу. Из рейда выйди-то. Ханзел, мутейбл возьми, это хил. Тебе. Ох, а в кашеров клево. У вас деньги в рейде. Вообще нормально. 8. 5 пачек у нас осталось. Причем синяки знакомые, так весело. Меньше 5 пачек. Можешь еще раз готовность? Прожмите мой рейд. Босс еще раз на центр убежал. Остаются самые стойкие. Я где ты? Да это не ты. Ты няшка. Ты не няшка. У меня и у база по 6 групп. Нет, у меня меньше 5. Но это не точно. Сколько у тебя слотов? Двадцать, хорошо, сейчас. Так. Блин, что мы тут делаем? За босса бьемся, а чё? Где босс-то? Ты его видишь? Так, это не важно. Там 20 слотов есть. Значит так, сейчас посмотрите, кто у меня в рейде. Группа 3, группа 4, группа 5, группа 6. Вы запроситесь на Ханзела, а моя группа и группа номер 2, мы идем к Базинге. Выходите все из рейда. Седьмая. В смысле седьмая? Ну, если группа 3, группа 4, группа... А, я вместо 5, вместо 6 сказал 5. Сейчас они идут, подожди, люди к тебе в рейд идут, подожди. Ну, плюс они вали чат. Бас, я бы тебе охренеть как благодарен, если ты в третью пачку хила закинул. А, да. Тут уже есть, спасибо. На Ханзела запроситесь, те, кому я сказал. Гидрэп, не надо плюсовать. Тебе надо про кнопку мыши нажать и запроситься на человека.
Ой, блядь, полный рейд. Прикольно. Давно такого не видел. Ну, вот он полный рейд. Или даже не АФК, что только сплэшки, а, ката, вот, торги. Там вот это еще пачка, да, точно. Это АФКшная пачка. Да. Давайте сделаем отдельный рейд для АФКшеров. Блин, там кто-то лут поднял, я гикнуть их не могу, пиздец. Они стоят на том же самом месте, как тогда. Что, может, на кассире групп сделаем? Сколько хп у босса? А там, ну, много у него должно быть. Блин, что-то меня взяли, перекинули от мужа, ну ладно. Я не АФК. Ну, блядь, регруппимся, вместе продавим. Чего мы так, блядь, прибегаем по 10 человек? Ну так. Ну, а как мы это сделаем, если мы сейчас все разбросаны, блядь, по карте? Я говорю, давай сделаем регрупп нормальный, блядь, полный. А, блядь, ладно. Центр, идите все. Ребят, я вам говорил, что такое безумие. Конечно, но это не точно. У меня уже все, рейд распущен. Десятую группу. Фары, которые в рейде, расскажу топ-тактику. Короче, залетаете, бьете ульту, кидаете вихрь и умираете. Я не знаю, я в центре вот стоял, только что умер. Давай на это, может, на центральном нижнем подальше от файта, чтобы нормально всем регрупнуться. Окей, да ладно, давай на косу полетели. Сейчас мы добежим из центрального нижнего. Побежали на косу. Хензел в третьей группе, Кайта в десятую. Он не здесь. Где он? В канале ниже. КП 13. Блять, я просто нахуй подбежал и умер, блять. Надо резать, надо блять, зачистить. Пиздец, нахуй, убивает, суки. Босс, у тебя даже метки здесь стоят. Что за организация? Где метки стоят? Вот на одном танке метка стояла. Ну ты с осадой, что осталось? А, сильно. Вы можете все подойти? Господи. И вы, блядь, мразинку старую. Вы готовы? Че, прямо в них заходим? Окей, побежали. Заходим откуда? С 5 часов? Я жить хочу. Расходите. Хорошо. Бля, Ром, с командой уже что-нибудь, пиздец. Стены ставьте, мы заходим в них. Стены. Стены ставьте, жнецы, заходим. Антиконтроли подрубите. Заходите. Вынесите просто в них, просто в них зайдите. Стоят. Просто в них. У вас шансов там выжить больше. Но это не точно. Вот, о, бля, Кайта вижу. Да, я вижу, я вот только что умер в их толпе, блядь. Вместе с апостолом. Я умер. И здесь никого нет больше, только красные. Босса, по-моему, отводят. А не босса отводят, ли мне кажется? Кто-то из наших, по-моему, отводит боссов, не? Поднимайтесь. Нас тоже разъебали. Что-то их до хрена вообще. Блин, тут золотая РД какая-то хоть. Да, они уводят босса. Они уводят босса куда-то, или мне кажется? Нет, даже пока в щели. Танк убили. Мы щели поменяли. На следующую. Блять, второй рассвет уже выгребли.
По-моему, уже 10-й. Надо еще раз у них отвезти и задезморалить их. Хил, спасибо. Ты пытался. У Шайтана 3000 убийств. Блять. Поднимайтесь. Бля, РТД, плиз, встаньте на скалу и кидайте его, держите, сверху. Это изи план, просто изи, просто накидывайте на них. Угу. Они контроль дайте. Давай попробуем. Блин, ни одного интеллектуала не было. Сейчас мы все пройдем, будем. На 7 часов подойдите все. На 7 часов подойдите. С внешнего круга. И заливайте. Блин, что-то демо, блин, бешеный тут входит. Погодь, это вы ебашитесь в узкий проход вот этот, да, который они заливают? Походу. Надо с другой стороны залететь попробовать. Ага. Выходит с узкого прохода и с другой стороны. Что... Они не все вылезли, но вылезли, я вижу. Убивайте их. Это тех, кто вылез. Это пиздец. Рол. Иду, смотрю, монеты валяются. Хорошо, на 12. Зайдите к нам тогда же. На 12 часов идем. Нам надо регруппиться нормально, пойдем вместе одним статом. Мы сильные. И надо их зарашить, но перестреливаться с ними нет смысла, Рек. Надо просто в них войти и разъебать их. Ну как они делают? Собрались, влетели, разъебали всех. Они влетают. Давайте на 12 часов быстро подходите. И танков их спалите, умрите, их будем фокусить танки, никнеймы спалите. На 12 часов все подойдите, не надо никуда бежать, куда ты бежишь, Владямбас, алло, блядь. Бля, да просто сдохните и подойдите, уже давно подошли. Неужели? Отрегиньте хп. Хп отрегиньте. На 12 часов подходите, я вижу там на 6 часах. Не хильте, умираем внизу и идем наверх. На верхнем респе, типа. Давайте, давайте, быстрее умирайте и подходите. Просто, блять, умрите там. Ваших киллов уже, блять, ничего не изменится. 36% босс. 36 надо. Ну, да, нам, сейчас нам пойдем. Надо влететь. У нас вторая группа, вся мертвая лежит, зергер. Парни уснули. Срок. Нет, я зергера видел, он не спит. Ну, зергер не спит, только что. Походу умерли, все нормально. А все тут? Я его видел минут назад. Ладно, поехали. Выходим. Заходим на 12 часов. Жнецы на середине, дадите стены. Просто надо в них влететь и разъебать их, наверное. Да, сходочкой там. Да. До танка одного убить и все. Давайте. Блять, я этого танка убивал уже жнецы, раз стены. 10. Жнецы, блядь, стены, 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 стены. Хорошо, заходим. Смысл? Просто залетите под антиконтролем, прямо в них. Прямо в них залетите. Вору тоже заливайте. Сейчас бы клетки невидимые. Блять, я залетел прямо под босса, меня вместе с боссом залили, сука. Ёбаный стыд. Пиздец, это вы так залетели?
Да. Никто не заходит, что сыкуют, что ли, себе, я не помню. Я они клетками разделились. Какими нахуй клетками? Я не видел никого, чтобы вылетали. Там клетки поставили, мы там сколько? Клеток 15. Не, Рэк, их объективно больше, у нас половина пошла спать, нахуй. Ну, так не вариант, да, вообще. Я, мы в принципе, их не согласен. Не переедем. Как у них ДКП, а оттягивать... у нас, блядь, люди не знают, за что драться, оттягивать... так что им похуй. Оттягивать время... Оттягивать время... Это... Нет, конечно, есть вариант, что он, блядь, в 5 часов исчезнет, но я, блядь, сильно сомневаюсь. Ну, видишь, мы уже не можем забрать у них этого кента. Нет, пизда. Надо сразу после осады заводить. Ну как, заводить, если, блядь, ни на людей. Перестрелке, ни на врыве нихуя не может. Ну, никто ничего не может. Надо, блядь, после осады сразу всех заводить. И сразу забирать, потому тут что либо надо на как бы собираться все гильды, потому что с трех составов 90 человек — это вообще полная хуйня. Даже меньше 90. Сейчас-то? Да. 4 утра? Да какая разница, у кудишек больше людей, блядь, пришло. У них там 20 человек больше. Ну вот это и, блядь, просто, и зарешало. Просто у кого-то, блядь, завтра, блядь, давай, смену, давай еще нет. На врыв. Давайте заходите. На врыв. Разных сторон. Давайте вот на центральном и нижнем. Не хотите с центрального и нижнего прибежать? Прямо за спину получается, типа, а то они, да, могут быть готовы к тому стоят, месту. Пандыч. Да, мы на медвежьем все стоим. В узкий проход лезть к ним вообще, по-моему, глупо. Ладно, похуй, пускай убивают, может, ну хоть ящики. Дело не в проходе, дело в том, что когда вы бежите с миду, у них уже чеки кричат, что вы бежите все, и они, блядь, нахуй готовят стенки и прочее. То есть вы пробегаете прямо... Вы к ним подходите и гору не заливаете, они с горы вас заливают просто, и все, вот в чем прикол. Вы стоят на горе и над кентом, и возле кента. Сторон. Не знаю, куда ни посмотрю, везде Красное море, блять. Так, они нас, короче, развернулись на мид. Да, развернулись. Окей. Да, больше так не получится затягивать файты, надо будет сразу убивать. Затягивать, у нас половина все спать съебались, просто и все. Ну, я говорю, затягивать файты, блядь, нельзя. Люди уже не те, что в линейке, блядь, они не могут нахуй сидеть ебашиться. Я на секунду. Я чё, вы сейчас думаете им кентавра отдать? А чё ты предлагаешь? Нет, понимаешь, есть такой момент, когда ты сражаешься, да, и тут непонятно, кто победит здесь. Сейчас на данный момент айдишки выиграют. Ну, блядь, просто мы тратим их время и свое. Уже 7% осталось. Ну, Тима, да, потратить их время, как минимум. Похильте чего 6 часов, пожалуйста. 6 часов, похильте чего. Это почти сейчас забрал. Не так важно. Я вот смотрю, нас... сколько нас, и смотрю, сколько их, блядь. Я вижу у нас кучку, и вижу в 2 или в 3 раза больше кучку у них, блядь. Это, нет, это не... Нет, нихуя. Я вот сейчас там специально пробежал. Там не в 2, не в 3 раза. 12 пачек у них. Ну, а у нас 80 человек. Красиво играем. Да, вы понимаете, что у них стоит танк, просто не падая, блядь. Не падая. Один танк, блядь. Подожди. Вот он в одном месте стоит, и все знают, где он. Причем здесь танк? Ну, 60? А где наши танки по 160 в одном ботинке? 2%. Ну все, готовьтесь заливать тогда, когда они коробки будут править. Только так. Нет, так вот, отвечая на вопрос девушки, понимаешь, есть... такие вещи, допустим, ты сражаешься, и идет не ПВП ради ПВП, а идет ПВП ради лута. Когда ПВП, ну, открывает, побежит какая-то гильдия, и начинается ПВП ради ПВП. Ящики, которые заливаете, это бессмысленная хуйня.